12 февраля 1864 года был открыт Московский зоопарк. Ученые-биологи Императорского общества акклиматизации растений и животных организовали первый в России зоологический сад на окраине Москвы. В вольерах зоосада было около 300 представителей местной фауны, домашних животных, сельского хозяйства. Входная плата шла на содержание обитателей зоопарка. После Октябрьской революции зоосад национализировали. В настоящее время он находится в центре Москвы. Его территория 21,5 гектар, а в помещениях зоопарка содержится почти 750 видов представителей фауны, составляющих более 7 тысяч животных. Февраля в 1955 году Совет министров СССР принял решение о строительстве космодрома Байконур. Он стал полигоном по испытаниям межконтинентальных баллистических ракет и запуску искусственных спутников Земли. Космодром Байконур – первый и крупнейший в мире космодром. Его площадь – 6717 километров. Расположен он на территории Казахстана, недалеко от поселка Тюратам. 12 февраля 1809 года родился Чарльз Дарвин, английский писатель и путешественник, одним из первых пришедший к выводу о том, что все виды живых организмов эволюционируют и происходят от общих предков. В 1859 году в книге «Происхождение видов» основным механизмом эволюции видов Дарвин назвал естественный отбор. Дарвин опубликовал одну из первых работ по этиологии выражения эмоций у человека и животных. Другими направлениями его исследований были создание модели возникновения коралловых рифов и определение законов наследства. А на Южном Урале в этот день произошло следующее. 12 февраля 1798 года Челябинской городской думы было принято решение об организации почтовой станции в городе Челябинске. Было построено само здание станции и теплые конюшни для ямских лошадей. Старшим смотрителем станции был назначен отставной сержант Михаил Белясов. На почтовых дворах корреспонденция оформлялась и сортировалась по направлениям. Все почтари имели хороший почерк, умели обращаться с конской упряжью и носили соответствующее обмундирование. На содержание почты был введен подушный налог в размере 20 копеек с каждой души мужского рода.